Дорогие друзья, хочу поделиться нашим мнением о поездке в Стамбул. Обучение очень комфортное. Мы общались, мы дискутировали, мы обменивались опытом. И, конечно, в сегодняшний день, когда мы так ограничены в перемещении, такие поездки, они сближают нас, дают нам возможность верить, что все это пройдет. Как стать профи в эстетической медицине? Всегда регулярно обучаться у лучших, во главе ставить пациента, увлеченная с огромной любовью работать с ним. Необходимо ежедневно повышать свой уровень профессионализма. Нужно быть максимально наполненным внутри человеком, знаниями, техниками, умениями. Хотеть, вершить и чувствовать. Нужно работать с сертифицированными препаратами, учиться у лучших. Досконаливать свои знания, это практичные навычки. Нужно быть настойчивым, а также всегда учиться. Это когда ты не перестаешь сомневаться. Работа над своими ошибками, анализ, ну и, конечно, стремление вперед быть лучше. Потрібно читати багато наукової літератури, слухати незаангажовану думку топ-спеціалістів. Нужно обладать критическим мышлением, анализировать частные случаи и всегда-всегда стремиться к совершенству. Конечно же, общение с коллегами и оценка, анализ своих работ и любовь к нашим пациентам делает нашу работу прекрасной. Нужно быть всегда ультрасовременным и всегда идти на следующий уровень.